Ну, лапши по Маше. Ливади Навсика отель. 3 звезды. На самом деле, вполне приличный отель. Чисто, вкусно, спокойно. Не слышно ни шума дороги, ни шума моря. Для спокойного сна. Прекрасный отель. Вот отель Ливади Навсика, вот проход к отелю с основной трассы. Так резко, не убегай. Не убегай так резко. Чтобы попасть в отель Ливади, как он называется? Навсаки. Навсаки? Навсаки. Навсаки – это дочь какого-то бога. Нужно с главной дороги вот оттуда свернуть сюда, вот в этот маленький проулочек. Ну, он так идет, где-то 50 метров этот проулочек. Идет от дороги. На самом деле это очень хорошо, потому что не слышно дороги. Ну все. Обеспечивается покой. Главное, чтобы машины не сбили. Вот поворот на отель Ливади Навсика. Ну сколько туристов-то? Охренеть прям. Вот это посещаемость отеля. Вот. Сейчас буквально в течение минуты другой должен автобус прийти.